что ж, мы по нашей доброй традиции мы начинаем соревнование, конкурс, который называется «Эрудиция». Мы вас приглашаем в центр. Давайте в центр, да? Вы же такие красивые, нарядные. Проходите сюда. Или так нельзя? Так нельзя? Ладно, я все решаю, у меня микрофон. Становитесь сюда. Вот, если вам удобно. Ничего не запуталось, я надеюсь, да? Потому что просто так будет удобнее. Девчонки в центре внимания, правильно? Вот, итак, прямо сейчас перед вами будет конкурс «Эрудиция». Все очень просто. Когда я задаю вопрос, называю три варианта ответа. Первый, второй или третий. Участница должна показать номер, вот. Желательно не подглядывать. Ну, потому что верьте в себя, я верю в вас, вы верите в себя. Вот. Показываем номер, и после того, как все показали, я показываю правильный ответ. Уважаемые жюри, просто запоминайте, кто ответил правильно, ну, чтобы мы не сбились. Пожалуйста. Отлично. Аплодисменты участницам. Вопрос номер один. Или нет? Ничего, хорошо, все, я понял. Итак, девчонки, есть очень важная штука, да, это номера, правильно? У кого какой номер. Вот, и не все его, к сожалению, одели, никто, это очень важно. Вот, давайте отметимся сейчас. Номер 9, Екатерина Барышникова. Номер 9, можно на пальцах всегда держать 9, если что. Что ты смеешься? Номер 16 еще хуже. Номер 16. Роксана Ушакова. Номер 2. Александра Подберезнова. Я не ошибся наконец-то. Подберезнова. От меня полбала тебе. Ну, за ошибку. Дальше. Номер 6. Анна Сергея. Сергей. Номер 8. Дарья Дьяконова. Ну, хоть здесь попал по фамилии, наконец-то. Ну, это время учит. Итак, вопрос номер один. Вы запомнили всех, я очень буду надеяться. Итак, вопрос номер один. В каком веке появилось название «Танец живота»? Вариант номер один. 10 век до нашей эры. Вариант номер два. 13 век. Вариант номер три. 19 век. Время. Ну, как умеют показывать часы. Так, не подсматривайте. Так. Три или два. Так. Итак, все определились? Отлично. Итак, правильный вариант. Вариант номер три. Аплодисменты. Не убирайте номера, пока не объявлю ответ. И, девчонки, не волнуйтесь. С такими вопросами вы не переживайте. Вы молодцы, вы самые-самые-самые умные, вопросы действительно тяжелые. Итак, назовите музыкальный инструмент, которым танцовщица, надевая на... Пальцы. Так. Пальцы, да, Т9 помогает нам. Надевая на пальцы, может... сама себе аккомпанировать во время танца. Все понятно, да? Вариант номер один – саккаты. Вариант номер два – канон. Вариант номер три – рик. Прошу, ваши варианты. Это правильный ответ, все. Спасибо большое всем. Продолжаем дальше. Вопрос номер три. Как переводится на русский язык название танца «Баллади»? Первое – стремительный. Второе – страна родины. Третье – танец залива. Не подсказываем в зале. Я все слышу. Сейчас кто-то из зала станет победительницей конкурса. Любого. Итак, прошу. Так. Все определились. Правильный ответ номер два. Страна, родина. Вопрос номер четыре. Какой танец исполняется на бедуинских свадьбах? Первое – саиди, второе – фаляхи, третье – хакала. Прошу.
Так. Так. Так, так, так. Ну, какой-то из трех точно, да? Так. Правильный ответ, вариант номер три, Халлака. Хакала. Все так, дальше. И последний вопрос. Как называется аксессуар для танца саиди? Первый – асайя, второе – шай, третье – канделябр. Прошу. Так. Напоминаю, как называется аксессуар для танца саиди? Первое – асайя, второе – шай, третье – канделябр. Давайте подумаем. На самом деле так легко, когда знаешь ответ, ну как, ну все же понятно. А нет, это действительно очень тяжело. Тем более в зале это очень легко, понятно, все стоит, а на сцене напряжение. Итак, все ответили правильно, этот аксессуар называется асайя. Давайте поаплодируем нашим участницам. Итак, жюри, я надеюсь, что вы подвели итоги. Да, кто больше всех ответил, кто как отвечал правильно. У нас получается участница под номером 6 ответила 5 раз правильно. Да? Да. Я просто тоже мог не запомнить, это правда, да. Вот. Все, не будем тянуть время. Друзья, вам аплодисменты всем девчонкам. Они великолепны в любом случае, неважно, как вы отвечали. Вот, вопросы действительно сложные, и мы вас провожаем за кулисы. Аплодисменты!